Назар. Я черный Назар. Здорово, живые Dead Inside. Решил вас познакомить со старой рубрикой, которая у меня выходила, но перестала выходить, потому что у меня не было особого зрителей на ней. Поэтому, если вам понравится, можете посмотреть плейлист по этой рубрике. А так, спасибо вам большое за 20к, за донаты, за спонсорки. Огромнейшее вам спасибо. А еще у меня есть Twitch, поэтому туда заходите. Мы там, думаю, часто будем играть со зрителями. Этот мужчина живет в 10 метрах от вас. Это нормально, я просто хочу фул человека, но слишком маленький. Согласен. Слишком маленький, давай сделаем это больше. Блин. Это знаешь, можно на что просто. Что ты пытался сделать? Все козоглазые для меня китайцы будут. Мне интересно, что он тут дорисует. Что он тут дорисует? Мне кажется, она сейчас напишет Improper Guidelines. О, видишь? Я говорю. Делаем больше эту фигню. И как там это? О! Блять, этого звука нет, который. По приколу попробуем. Бутипил. Я просто хочу проорать с того, что он насрет. О-о-о-о-о! Нихрена себе! О, все, оставляй вот так. Футболочки нормально. Кстати, футболочки нормас. И часы смотри нормально оставила. Боже, это такой рофл. Есть фотка какого-то типочка. Ля, как он лыбу давит. Нашел что-то интересное. Делаем так. Теперь расширяем фоточку. Надо еще какую-то надпись добавить. А почему она так убого сделалась? Она что-то вообще другое, типа. Перекосила, блядь, губы. С какой радостью смотрит. Надо еще этот язычок добавить, типа. Да, выдели все тело, типа, вместо ее, кроме головы. Напиши Big Body. Ну, вот так вот. Все easy. Big Fat Body. То есть, что если людям нравится? Почему она сделала женщину? Неужели жирных мужчин не бывает? Гарри, скрывающий боль. Кстати, один в один. А ты можешь перекрасить ему бороду в седой? Тебе порвало снова. Ну вот эта фотка, блядь. Big Fat Man Body, да. Ага, Big Fat Body сделал тебе качку. О, три ноги. Я что, держи? Я какой? Мужчина мечты, да? Да. Это шо за супер-хиро? Чем женщина опять? О! Ни хрена, волыну убери! Есть норм качества, пожалуйста? Бля! Че она так включается? Да потому что разрешение картинки. Посмотри, что у него в руках, у этого Гарольда. Это ты? Капу. Что это? Назар, когда начинает шутить про Everybody wanna be like me. I have two sides. О боже. Че она у тебя так выделяется? Или вот сюда на кружку, типа, знаешь, принт.
ты можешь в окне, типа, ты смотришь из окна, понял? На его знание. Ну, понял, да? Вот так, типа, выделить вот это и... И вот это вот. Так, ладно. Ну, да, я сильных фоток не кидал. Блядь! Ты можешь поставить от этой картинки негра вправо? Блять, что ты хочешь сделать? А знаешь, какая мне идея пришла? И, короче, типа слева от тебя в эфире залагала на этом, на вот этой фотке твоей, как ты себя въебала, сфоткал со вспышкой. Блять, я уже понял, я уже увидел краем глаза, что ты хочешь сделать. Оп. Здорово, ребята! Всем привет! Залез на высотку впервые, залез на высотку в третий раз. Залез на высотку. Ну тут не видно, нечего увеличить. Лось, если знаешь, что будет дальше. Только чуть вправо сдвинь меня, чтобы было видно, что деньги. Это уже, это сам по себе мем. Это запись того, как Назар пытается узнать. Да? Все-таки я был прав. Вот Джек справа, которого мы сейчас будем повторять. Погоди, у меня еще есть здесь вот такая фотка. Ему вообще не насрать. По клавиатуре бахнул. Бля, может ТикТок снять какой-то, типа? О! Блять, поставь его и тебя. Ну так вот, я сейчас это и делаю. Вот так, вот так вот. Залить каким-нибудь цветом серым. Так. А, давай еще, знаешь, можно сделать вот так вот, типа. Это убрать и чисто вот так вот. Охренеть, ребята, что это такое? Это что? Мистер я знаю, что с этим можно сделать. Какой он довольный. Ну, Джокера. Пойди, бляха, не смеши, я дрочу. Йоу, мэн, let's go. Только ты поменяй живчик на что-то другое. О, смотри. We made you an extra milkshake, free. Как же он кайфует, как же он чувствует. Блять, не то. У него, знаешь, у него эта улыбка скорее на усы похожа, типа, вот так вот, если смотреть. Типа Д'Артаньян какой-нибудь. Можно понаделать вот таких вот гринскринов, типа... Я забыл про существование этого! Мне кажется, тут даже Liquify не нужен. Если вам понравились эти мемы кайфовые, то можете, типа, делать свои мемчики, отсылать их в мемы, чат в Discord-сервере. Типа, ссылочка в описании. Читайте правила, уроды! Поскольку сейчас очень дохрена людей заходит на сервер, надо сделать вот такую картинку. Ну, смотри, смотришь? Вот такую. Боже. Я ж могу поставить эту фигню вот сюда, смотри, типа... О, вот так вот, все. Найс, это сохранилось? Надеюсь, что да. Че я захожу? И вот такую вот хер... Боже, этой фотки уже год. Блядь, еще уменьши талию, понял, как у этих, как у осы? Во-в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 о
уже начинает быть видно. Вот настоящий гигачат, а вы, девочки, и дальше любите своих эмобойчиков. Ебало, знаешь, Liquify, сделай, типа, грустное лицо, еще более грустное. Нос повернуть, говорит. А можешь сильнее, можешь сильнее этот. Так? Вот. Так. Египтянин, сука.
Вот это истинный no filters. Блядь, его это в Инстаграм выложил, а? Сюда А, знаешь, что сюда подойдет? Во, идеальный мем-темплейт. Блядь. Ну это забавно, темплейт. Если видос понравился, можно тыкать на прекрасные плейлисты. Вот подобного больше здесь. Удачи и пока.